Всем привет, автосалон Чанган. Давайте посмотрим, какие модели стоят в салоне и какие цены в ноябре. Давайте начнем вот с этой машины. Просили более подробно про нее показать. Смотрим, Чанган или Чан-Ан CS35+, новый, но new. Комплектация ТЭХ, 23 год. Выгода по автокредиту 30 тысяч, 3DN 70 тысяч. Цена с допами 2, практически 600. И с учетом спецпредложений 2600 и 2500, да? Ну, то есть как-то вот так. Ну, то есть допов навешали, и чтобы допы эти убрать, типа, да, вот вам. И в итоге получается вот так. Ладно, смотрим. 1.4 турбомотор, бензин, привод передний, 7-ступенчатый робот. 150 лошадок, 255 ньютон-метр крутящего момента, максималка 200, дорожный просвет 180, светодиодные фары головного света и так далее, да. Еще раз, 2600 с допами, со скидками 2500, да. Вот такая вот машина в белом цвете, много глянца, туманки, все это имеется. Давайте отойду, так посмотрим сбоку. Ну, достаточно, да, гармонично смотрится. Вот колесики бы ему побольше, вообще было, да, изумительно. Почему-то вот сделали красные ставки здесь по бокам. Ну, как-то, наверное, вот так вот им виднее кажется. Народ шарится. Рейлинги имеются. Куда же без люка, без ничего доступ. Повторили повороты в зеркалах. И тут вот еще есть окошечко, которое вам показывает, что да, вы включили или наоборот вы забыли. Ну вот так все. Мягкий, кстати, верх. Тут тоже все делаем мягким. Тут ручка наша как ниша, все это стеклоподъемники. Блокировки в нужном месте. И вот такая у нас, вот видите, ручка. Динамик, все красиво. Снизу тоже все прорезинено. Отлично. То есть меньше шума, меньше пыли. Электрорегулировки. И тут у нас еще, вот видите, вот так. То есть все комбинированное. Все равно моторчик сюда впихнули, да? Но также дороже можно продать. Робот. И вот такой вот экран. Мягкий верх, да? Все замечательно. Кнопка запуска двигателя. Ну вот так. Подогрев сидений двухступенчатый. Подстаканники имеются. Автохолд. Все это есть, да? И так далее. Ну вот как-то так. Ну давайте, ладно, еще покажу сзади, как просили, чтобы более плотно показать. Ну то есть, да, тоже здесь раньше стоял автомат, потом тихо-тихо все это дело поуходило. И все, три подголовника, подлокотник, карман имеется, воздуховод. И там еще какая-то ниша. То есть все это дело убирается в угоду чего. Вот так проще, так типа меньше бензина уходит и так далее. Вот. У них свои, опять-таки, да, это все вот эти, ну, прибабахи, они исходят прежде всего из своей выгоды, не из вашей, и вот, а из своей выгоды, ну, выгоды. То есть как им легче, как им проще машины производить, так они и делают. Чанган, Чан-Ан Юнит Т, 1.5, робот 7 ступка, это у нас люкс комплектация, 23 год, скидки 3D на автокредит 50 тысяч, с допами машина 3169. С учетом спецпредложений 3,69, ну 3,70, да? Ну, может быть, еще как-то где-то что-то поторговаться. Может быть, ну, еще эти 70 тысяч уступят. И за 3 миллиона, можно будет забрать. Ну, а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно, то обязательно заходите на сайт автоспот.ру. Тут собраны все предложения от официальных дилеров сразу со всеми скидками, акциями и предложениями. Вам не нужно ездить по всем автосалонам, смотреть, какая комплектация, какая машина, у кого есть, у кого нет. На сайте вы сразу видите именно те предложения, что стоят в данный момент у дилера. А чтобы зафиксировать за собой скидку, вам достаточно выбрать марку, модель, цвет, комплектацию, вбить номер и телефон. Все. За вами машина бронируется, с вами связывается менеджер, обсуждаете детали сделки и едете забирать автомобиль. Все просто, а сайт бесплатный. Пользуйтесь, ссылку оставил в описании.
рабочая биодвигателя 1.5, турбомотор, бензин, привод передний, 7-ступка роботизированная, 167 лошадок, 280 крутящего момента, масса снаряженная 1465 кг, максималка 205, дорожный просвет 190. Фары светодиодные головного света, светодиодные ДХО. Ну и опять же тут все эти помощники, электронные 6 подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа, датчик освещенности, легкосплавные диски R20, да, комбинированная отделка сидений, эко-кожи, ковры в багажник, ковры в салон, защитная сетка радиатора. Давайте посмотрим. Ух ты, смотрите, прям вот такие скринки, да, вот в краске, класс. Посмотрим чуть-чуть в салоне, что и как. Ну, смотрится машина зачетно, так, по-молодежному, да. Вот это так же бы сделали, вообще было бы изумительно. Ну, куда вот такие колесяги, куда? Не знаю, ну, вот они хотят как-то, да, выделиться, все такое и так далее. Такие вот у нас эти ручки. Ну, смотрим, смотрим. Все отделано мягко, красиво. Все электростеклоподъемники, у водителя авто, тут видите, тоже еще куча всего. То есть вот эта машина со скидками, даже если так, ну, уболтать, стоит 3 миллиона рублей, да? Ну, как-то вот. Видите, да, здесь, ну, о чем я и говорил. Подстаканники. Такой селектор. Электроночник, автоход. Здесь это все снимается. Ну, моется. У нас, видите, разъем USB-шный. Здесь отделано мягким. Ну, давайте закроем, как она прилегает. Видите, как все это ходит туда. И тут у нас вниз так опущено. Ну, по-своему, да. Складываем мы. Нет, зеркало лево-право. Это, походу, не топ. Тут еще заглушка, заглушка, заглушка. Ну, вот так, видите, да? И блокировки в нужном месте. Элегантная ручка. Вот как-то вот так. Что здесь предлагает зеркало? Шторка без подсветки. У нас, естественно, кожаный салон. Такой вот мягкий подлокотник. Хорошие боковые упоры, в принципе. Народ пришел покрутиться, что-то вроде как дороговато. И пошли, показали другую комплектацию. Вроде как вот опять пришли, что это, вот это, да, вот это вот нормально по деньгам. Ну, то есть, по-разному у всех. Видите, такой у нас олдсвин. Красный свет. Литые диски, смотрим. Комплектация DLX, 23 год. 100 тысяч скидка, кредит и трейдин. 1 миллион 900 с допами. Без допов 1 миллион 800. Полторашка, мотор бензиновый. Робот 5-ступенчатый, 98 лошадей. Крутящий момент 145 ньютона метров. Фары головного света проекционного типа, светодиодные ДХО. В случае под этих помощник, электронные две подушки, кондиционер и так далее. Круиз-контроль даже тут, камера заднего вида. Ну, то есть, да, вот эта вот машина, блин, стоит 1 900 000 со скидками 1 800 000, да? Она черти откуда привезена, эта машина. Здесь, я так понимаю, еще из дилерской какой-то маржоси со своей, да? И, блин, в ней есть и круиз, и камера заднего вида, и робот стоит. И куча всего. Понимаете как? Веста до сих пор, ну, никак они не совладают с этой фигней. Сейчас даже уже стал вопрос о том, чтобы, ну, даже подушки не ставить. Но, честно говоря, как долго это все будет длиться, я даже не знаю. Вот, смотрите. Робот, да, пожалуйста. Да, здесь руль не в коже, но как бы вот круиз имеется. Такие дела. Вот так выглядит приборка. И, собственно, здесь вот так все. Экранчик современный. Чанган. Ручки нет, и зато еще и люк имеется. Вот такие дела. Ну, конечно, по сравнению с Грантой, космолет, но он и стоит как две Гранты, да? Фу, не знаю, не знаю, не знаю. Ну и вот так здесь все сзади. Три подголовника. Такой вот салончик. Ну, давайте посмотрим. Вот Яда плюс что-то, да, у нас типа Церата. Посмотрим сразу цену.
Ада плюс Чанам DLX 23 год, 200 тысяч выгоды, 2600 с допами и 2400, получается, машина со спецпредложениями. 1.4 турбо, бензин, передний привод, понятно, робот семиступка, максимальная мощность 155 лошадей, снаряженная масса 1300 килограмм, максималка 200, дорожный просвет 160 миллиметров, фары светодиодные головного света, светодиодные ДХО, безопасность, тоже куча этих помощников, 6 подушек безопасности, климат-контроль, электробарьер, зеркал, заднего вида, круиз, камера заднего вида, кожаный салон, ла-ла-ла-ла-ла, ну и допы, ковры в багажнике, ковры в салон, защитная сетка в радиатор. Давайте обойдем вот такие диски. Резина Чао Ян. Сзади у нас дисковые тормоза. Ну и вот хром в круг стекол. Тонировки, как видите, нет. Здесь вот мы откроем, интересно. Да, получилось. И Ада плюс. Видите, у нас петли облагорожены пластиком. Здесь все вот так. Зашумлено хорошо. Большой багажник. Видите, аж какой, да? И тут имеется у нас подсветка еще. Вот она, чтобы никто ничего не говорил. Ну и вот. Давайте теперь посмотрим, что в салоне. Ну, как-то вот так. Давайте еще раз посмотрим, какой здесь мотор. 1.4, 155 лошадей и робот семиступенчатый. То есть машина стоит 2300, да? А теперь давайте посмотрим, что здесь имеется. Такой широкий салон, руль в коже, красота. Круиз имеется, настройки. Тут тоже куча всяких настроек, давайте проверим. Да, все имеется. И высота, и так далее. Здесь тоже все четко. И здесь, видите, консоль так развернута к водителю. Хорошо, здесь есть климат. Подогревы разные. Все электростеклоподъемники. Блокировки в нужном месте. У нас, видите, отключение ESP. Я так понимаю, здесь что, обогрев или даже это вентиляция сидений. Складываем зеркала, все отключено и так далее. Так вот, смотрите, здесь 100 с лишним, да, турбо лошадей. Здесь стоит робот. И цена машины 2300, да? Здесь кожаный салон. Микролифт в бардачке имеется. Тут зеркало со шторкой. Тут имеется люк. Свет такой. И, кстати, не как в корейцах, а видите, уже здесь LED свет. Вот так все. Вот, да. И там дальше чуть-чуть салон Geely, где снимался ролик про Geely Embrant, который новый. Так вот, получается, там притоп стоит 2,3, по-моему, миллиона. Это у нас там притоп, там мотор 122 лошади и автомат. Тут сколько тут? Ну, километр, да, между салонами. Другой салон, тоже китаец. С мощным мотором турбо. Здесь стоит робот, цена такая же, и насколько больше машины. Вы понимаете, о чем я? То есть надо не просто смотреть ролики, а надо, наверное, еще и как-то для себя какие-то выводы делать. Ну вот так прийти, по крайней мере, хотя бы прокатиться. Здесь все отделано мягким, вот это вот. А топовый Embrant, он вообще стоит у них 2 479 000. То есть на сотку с лишним дороже, чем вот эта машина, да? Ну и вот как-то так, как-то так. Давайте еще посмотрим, что сзади. Я вас ни к чему не призываю, просто вам говорю, что как есть, а выводы вы уже в любом случае сами для себя делаете. Или это стеклоподъемник, динамик. Три подголовника, и давайте посмотрим, что здесь какой. Ну вот, да, вот так. Разъем USB-шный,
воздуховод, там еще ниша какая-то. И здесь, вот видите, есть вот такие вот карманы большие. Тут еще перфорация. Ну, такие дела. Сейчас мы спросим по поводу кнопок. Так вот, по поводу вот этих вот. Видите, да, здесь эти вентиляторы. Что меня смутило. Значит, смотрите, так как вот эти машины шли для арабского рынка, то вот эти кнопки — это включение вентиляции сидушек, понимаете, да? А подогревов здесь нету. Вот как-то так. Но, говорят, но официально, так как это дилер Чанам, у них есть вот эти подогревы, и они могут вам сюда доставить в эту машину подогревы. Ну, понимаете, да? Вот такие вот тонкости. И следующие партии уже будут вести уже с подогревами сидений. Но, смотрите, интересная такая здесь тонкость еще. Давайте я отсюда отойду подальше. Смотрите, вот эта машина у нас называется, да, Иада Плюс. Видите, да, какой здесь кузов. Ну, что-то, да, отдаленно напоминает именно Церата. И вон, видите, у нас машина стоит впереди и называется Ламор. Так вот, это не что иное, как Иада Плюс, только это сделана машина для китайского рынка. Ну, в смысле как? Это уже машина, тот же Иада Плюс, только уже в новом кузове, понимаете, да? И почему-то для нас они сделали, ну, вот именно, вот, вернее, как назвали вот эту машину, модельку Ламор. Может быть, вот это скоро уберут, я не знаю. Но в Китае уже продается вот это в обновленном кузове. Я вам сейчас покажу паспорт. Датчики парковки есть. Вот видите, у нас иероглифы. Ну, вот так. Давайте посмотрим, что здесь. Снизу я уже не помню. Да, здесь идет балка. Балка. Ну, видите, как здесь уже все так обтекаемо, красиво. Тоже имеется люк. Такие уже, видите, ручки здесь. Понтовые, да? Ну, и, собственно, вот, видите, как. Вот так все сделано. Все. Вот же тут, видите, у нас полноценная такая ручка. Или это привод, и все такое. И тут уже, видите, как вот такой вот экран. И тут еще здоровый планшет. Ну, собственно, вот видите, здесь вообще минимализм кнопок. Раз кнопка, да? Два, три, четыре. Все, четыре кнопки, и больше нет. Все остальное зашито вот туда. Ну и тут видите у нас какой руль. Видите, да? Иада Плюс. И вот нарисована вот эта машина. То есть это уже Иада Плюс, но в новом кузове, который идет в Китае. Вот такие тонкости. Тут что? Зеркало без шторки. Тут вот так все. Вот как-то так. Хорошие боковые упоры, да. Ну и, собственно, вот он такой люк. Ну что, давайте посмотрим, сколько вот эта машина стоит. Так, смотрим, сколько стоит эта машина. Ну, у нас она называется, я сейчас говорю, Ламор, Китай. Это Иада Плюс в новом кузове. Так, 1,5, 7-ступенчатый робот. 23-й год. 200 тысяч скидка, трейдинг и автокредит. 389 900 с допами машина стоит. 2 890 стоит вот эта машина без, а с учетом предложения. Вот турбомотор, бензин, робот 7 ступка, максималка 100 300, так, максимальная мощность лошадей 180, 300 ньютона-метров. Снаряженная масса не указана. И максималка 205 км в час. Дорожный просвет 152 мм. Фары светодиодные и так далее. Ну и вот. Как по мне, так, как, ну, мое мнение, что в какой-то мере идет в любом случае изучение еще и спроса, да? То есть люди приходят, смотрят, ага, так и так. Ну, как бы просвет дорожный, ну, клиренс 152 мм мало. И вот, типа того, что машина простояла там, ну, условно скажем, там полгода, да, китайцы чешут затылок. Так, эта машина не пошла, эта не пошла. Почему?
Ага, сделали для себя выводы, перенастроили и либо вообще модель убрали, либо она стала идти чуть-чуть, ну, переделана, обновленная. Я так понимаю, потому что они же не просто пришли, ну, на наш рынок, да, им же нужно еще и продавать машины, а не просто так вот, ну, типа ради того, что они пришли, да. Вот, и, то есть надо делать какие-то выводы. Юнивэ, тоже когда снимал я обзор, типа все говорили, что это китайская Октавия. Смотрим. 1.5 DST, 23 год, 200 тысяч скидка, 3229 900 с допами, с учетом предложения 3 миллиона 30 тысяч. Почитайте. 181 лошадь, ну и так далее. Нам такие черные колещаги, черные зеркала. Здесь, обратите внимание, люка нет. Ну, собственно, вот здесь вот так. Тоже такой скошенный сверху и снизу руль. И посмотрите, где далеко от руля расположена эта приборка. Ну и такой вот экран мультимедиа. Достаточно все футуристично и красиво. И тоже, видите, такие подголовники уже все так, ладно, не буду материться, сделаны. Два подстаканника, они, обратите внимание, отдельно друг от друга, то есть что-то большое там не положишь, ну, зато ниша большая под телефон и так далее. Ну и вот плавно тогда переходит подлокотник сюда, такое вот интересное решение сделано. Ну и давайте посмотрим, что сзади предлагает. Не посмотрим. Вот эти ручки, конечно, ладно, не будем ломать. Так, это на что? Юникей. Полный привод, 200 тысяч скидка, почитайте. С допами 4940, с учетом спецпредложения 4740. Автомат 8-ступка, полный привод, 2-литровый движок, турбо, 226 лошадок, 308 ньютон-метров, 195 сантиметров, 190 миллиметров дорожный просвет, светодиодные фары, почитайте и так далее. Ну, то есть, когда машины у нас были в основном 150 лошадей, моторы, да, вот такие все, все говорят, да что за фигня, ну что так мало лошадей, а где мощные моторы? Китайцы предлагают сразу машины с мощными моторами, опять 25. Да блин, ну что так дорого, что должен переплачивать за вот эти лошади? Честно говоря, непонятно. 265-45R21, то есть даже уже и не 20, а еще больше, как у телеги, такие здоровые колеса. Ну, я не знаю. С одной стороны, как-то хотят они, ну, выпендриться, да, подчеркнуть что-то, вот, вау. А как это сделать? Вот они, давай ее лепить, она все больше, больше, больше. Машины растут в размерах и так далее, и так далее. Для чего это делается? Ну, как бы, тут же уже даже дошло дело до чего. Я читал, что в Европе же хотят чуть ли не уже на законодательном уровне запретить вот такие машины, ну, в смысле, большие кроссоверы. Почему? Типа на них уходит много энергии, чтобы ее вот, ну, всю, допустим, собрать, да, раз. Уходит много металла, там уходит много человека часов, они здоровые, типа мало места для парковки остается в городах. Ну, в общем, такую хрень пишут. С одной стороны, как бы, вот, типа, делайте, а потом давай уже искусственно все это дело занижать. Опять же, почему? Но это все делается, я так понимаю, что в пользу электромобилей небольших и вот средненьких таких вот небольших седанов. Вот, собственно, и все. Не знаю, кто там победит, примут ли к сведению или нет все это дело. Идемте дальше. Что это у нас еще стоит такое? Вот тоже, да? Что здесь можно прочитать? Ну, что-то там такое кулё-мулё, да? А было по-английски написано. Это я к тому, что кто-то пишет, мол, а почему на моделях Лада пишут по-английски? Ну, принято так, международный язык. Датчики парковки имеются. Это у нас тоже Юникей. Ну и вот тоже такие колеса здоровые. Континенталь. И тоже 21-е колеса. И здесь что у нас? Видите, как тоже как вот в том Юнивэ тоже. Далеко от руля отстоит вот эта приборка. И тут уже, конечно, чуть по-другому они переделали. Тоже, видите, да? Кнопок, ну, по минимуму. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Остальные все кнопки тут.
Зато они, видите, как здесь все это дело переиграли. Красиво там. И тут еще нижний этаж сделал. И видите, динамики в подголовниках. Ну, типа, да, вау-вау, круто-круто. Ну, наверное, круто. Такие вот дела. Так, мы с вами эту часть салона посмотрели. Идемте дальше. Вот у нас CS75+. Еще вот такая машинка. Здесь что-то стояло, говорит, девушка, продали. И пока не успели загнать. Камера стоит. Смотрим. CS75+, лакшери. Передний привод, 23-й год. С допами 2150. 200 тысяч скидка. И 2950. Машину можно забрать. 1,5 литр мотор турбо. Передний. 6-ступка автомат. 167 лошадок. 265 крутящего. Клиренс 200. Ну и так далее. Давайте посмотрим. Машина в таком белом цвете. 18 колеса. Ну и тут что. Все-таки мне такие ручки больше нравятся. Без ключевого доступа. Тут видите все электро. Тут тоже все электро. Водитель еще авто. Вот так все. Еще они складываем еще зеркала. Тоже тут куда без этого скос имеется. Вот такой вот экран. Второй экран. Селектор, все красиво, что-то типа под змеиной кожи, что ли. Вот так все. Ну и тут три подголовника, подлокотник и вот такая крыша. Тут, естественно, все это тоже вон, шторочки закрывается, и вот эта кнопка для запуска двигателя. Тоже все прикольно. Что сзади? Ну вот так все. Еще вот у нас остался такой автомобиль. CS95. Тоже, смотрите, да? Огромный такой машин. Огромные колеса. 255-50R20. Ну, прикольные диски. Такой классический черный цвет. Черные рейлинги. Ну, почти все черное, да? И коричневый салон. Давайте почитаем. 95 New, новый. Автомат 8-ступка. 2-литровый турбомотор. Привод полный. 233 лошади. 390 ньютон-метров. Максималка 190, дорожный просвет 190, фары светодиодные головного света, светодиодный ДХО, куча всяких электронных помощников, 6 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система круглого обзора, вентиляция сидений, комбинированная отделка сидений, перфорированная эко-кожей, доп. Оборудование, ковры в салон, ковры в багажник. Ну что, классно смотрится, да, так вот, кому нравится такой классический старый дизайн, вот как раз это все здесь присутствует. Жаберки. Ну тут куча камер. Такая конкретная ручечка. И вот смотрите, это все красиво. Широкий угол двери открывается. Хорошо. Доступ в машину хороший. Раз контур, два контур. Здесь что? Да, снизу тут тоже мягкая такая резиночка. Все красиво сделано. То есть плотно прилегает. Меньше пыли, меньше шума. Замечательно. Такая вот классическая ручка. Хорошо. В нужном месте блокировки. Тут еще, видите, вентиляция сидений. Все дела тут. Все хорошо. Ну и тут тоже, видите, все электро. Еще память сидений для троих. Интересно, удобно сидеть или нет? Сейчас проверим. Опа! Ну, как бы да. О, как все быстро работает. Ну и вот так здесь все. То есть, опять же, повторюсь, что вот читаешь комментарии, что, мол, да ну нафиг, что они, типа, там нам, ну, привозят, парят нам, типа, голову. Повторюсь еще раз, что они вам голову не парят. Все эти машины китайцы разрабатывают для своих же китайцев, понимаете, да, которых просто много живет в стране, в Китае. И вот они, китайцы, делают эти машины для своих в первую очередь. Понимаете как? И там, если посмотреть все эти
продажи, там статистику и так далее, то китайские бренды тоже находятся в верхних строчках продаж. Там по 300, по 500 тысяч, по 700 тысяч в год и так далее. Понимаете как? То есть они это делают прежде всего для своего рынка. И сейчас, когда ушли вот эти все европейские бренды, там японские и так далее, эти корейские, китайцы видят, что здесь рынок стал пустой, они привозят к нам вот эти машины. Вот и все. Вот и все. Никто там как бы ничего не это специально для нашего рынка не делает. У них здесь продаются машины такие же, как и в Китае. Единственное, что может быть, ну, в более дорогих машинах ставится уже и, ну, в смысле, вот в простеньких, если помните, все вот эти, что первые шли, там, Каи, да, вот эти все машины, вот там даже не было обогрева сидений. Почему? Потому что, повторюсь, Китай теплая страна. И потом уже, как бы, по просьбам, да, вот, ну, наших уже, китайцы сказали, окей, мы подумаем, и все такое. Даже я помню, когда у нас открылось представительство АМОДА, я разговаривал там с старшим менеджером, девушка говорит, мы ездили в Москву на презентацию и как бы там на обучение, и приходили китайцы, мол, типа, может, какие-то есть пожелания и так далее. Так там все в один голос говорили, дайте нам обогревы, дайте, но у нас, сука, страна холодная, блин. А те никак не могут понять, для чего вам эти обогревы, ведь с ними дороже. И когда им конкретно все уже объяснили, чуть ли не на пальцах, те сказали, да какие, не вопрос, все такое. Вот и все. И только после этого, как бы вот так. Тут тоже все понятно. Видите, тоже все это плавно переходит сюда. Вот такая машина. Ну что, выходим. В принципе, много чего с вами посмотрели. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо. Вот я вам сейчас только рассказывал про, ну, подогревы сидений, да, все такое. Вот смотрите, Unity. Такой, да, навороченный кроссовер, все такое. Красиво смотрится, и огромные колеса стоят. Кстати, какие 20-е, да? Все зашибись смотрится, и ручки такие козырные, все такое. Вот, но, это у нас предтоп. Машина стоит что-то в районе, сейчас толком не понял, по-моему, 370, что-то типа, да, вот так. И вот тут вот нет вообще никаких подогревов. Понимаете, да? То есть отличается предтоп от топа чем? То бишь здесь нету слепых зон. Вот это вот подсветки. Здесь нету электропривода багажника. Что-то он еще сказал, еще что-то. А, нету вот этих помощников электронных. И вот нет подогревов. Я говорю, почему так? Ну, вот так вот они решили, эти китайцы, что сделать комплектации. То есть, понимаете как, подогревов нет вообще никаких. Разница между топом и притопом всего 100 тысяч. Понимаете, да? Вот и все. Вот из чего они исходят, я не знаю. Насколько дороже, значит, будет машина уже, если они изначально с завода поставят вот все вот эти подогревы, хотя здесь опять же много, да, подогрев передних сидений нужно сделать, подогрев зеркал, потом подогрев лобовухи или хотя бы зоны покоя дворников, ну и, наверное, еще для такой машины сделать еще сзади подогревы, хотя в топе-то ведь есть это дело. Но почему-то вот так развели комплектации, что здесь вот как бы нет. Вот вам я опять, пожалуйста, уже прям вот свежий пример. Машина стоит 3 ляма, а подогревов нету. Что за фигня?